В Иванове появится первая полноценная велодорожка. Работы по ее обустройству уже начались. Протяженность специализированной полосы для велотранспорта составит 660 метров, ширина 3 метра. Она пройдет по улице Ермака от проспекта Ленина до улицы Смольной. Место выбрано не случайно. Многие велосипедисты для катания облюбовали парк Степанова. Теперь добираться до него можно будет безопасно, по крайней мере на этом участке. Дорожка пройдет не по проезжей части и не по тротуару, а по газону, так что велосипедисты будут отделены от других участников дорожного движения. Осуществляться работы будут два этапа. Первый этап сейчас, собственно, ведется. Это от проспекта Ленина до улицы Тимирязева. Вот второй этап от улицы Тимирязева до улицы Смольной. Соответственно, второй этап планируется уже на 2018 год. Первый этап, срок окончания работ, мы ориентировочно выставили себе до конца июля.